Ну все, сейчас поставлю по тарелке. Так. Батареи поставим. Где тут плюс? Где минус? Так, плюс. Так. Плюс. Все. Врубили. Так, экспедиции приготовились. Вот фонарик сейчас возьмем. Китайский светит. Сейчас я сначала найду, на подожди, вот так, не кашляй, туда светит, вот так. Сейчас посмотрю, где примерно уберем сейчас. Сейчас уберу, отсеку все, железо, все это, так, прибавлю чувствительность. Так. Ага. Сейчас под этой посмотри. Ага. Вот под этим, вот. Где-то. Сейчас. Да там пикнуло тоже. Вот запомнила вот здесь вот. Сейчас. Ну вот эти две половины. Так, и вот здесь где-то пикнуло. Не, это так. Спонило что-то. Проводок. Вот эти тут-то две... на. Тут вот. Точно пикает. Сейчас. Отключим, уберем все. И пробовать искать будем. Надо все это убирать. И новый пол вот этот здесь сделать хотя бы. Так у нас где-то же вот эта железяка это была же вот туда к печке-то большая-то. Куда она делась? Какая железяка? Куда к печке? Вот сюда послать к печке, если. Так а надо если... все равно пол. Я сейчас. Ну так естественно тут надо. Все отдеру. Вот эти. Вот этот полок сразу лавочку уберу пока на время. Чтобы она маленько не мешала. И сразу косметический ремонт тут сделал. Поиском. Смотри, тут все выдавило. Тут надо все выдавливать, убирать. Полушпалок ложить и этот. Вот здесь косметический ремонт сделал. Надо вот эти доски заменить. Я же пока это, наверное. Какие ну, вот эти? Вот эти. Нормально. А смотри, они гнутся, но похудею, может, не будут. Ничего не гнутся. Подо мной-то гнутся. Ну под тобой вот это вот только извело что-то. Доску. Вот. Вот смотри. Так это о, под тобой. Вот гнутся. Это гнутся. Вот эти две ну, гнутся. Ну смотри, если у тебя доски есть. Можно и заменить. Ну ладно, давай. Дальше лавочку искать будем. Сейчас уберу лавочку. Нифига себе. Поиск кольца обратился у меня у нас в это. Подготовка к ремонту. Вот это все доски я сейчас выкину. Вот это уберем. Сколько досок. Но вот это ничего. Не надо тоже смотреть, их убирать. Сразу убрать полок пока. Пока не будем трогать. Посмотрим. Чехол. Ну ладно, дальше продолжать будем. Тут, короче, они сгнили. И эта стена опустилась и придавила эти доски. И ее сгорбатило. Сейчас вот это все оторву, уберу. Давай сначала вот тут посмотрим, потом... Нет, оторву, уберу и сразу тут проверим. А там-то я как бы его потеряла-то? Ё-моё.
как бы молча потеряла, да, ну, все. Я не стирала. Да вот понятно. Под этими двумя досками. Сейчас посмотрим. Тебе и баню надо, и кольцо. Надо сначала баню, потом кольцо. Оно не убежит. Твое кольцо. Того баня не убежит. Так надо все под одно сразу убирать. Ты кого? Потом уже искать. Она за своего кольца беспокоится тут. Все гниет. Если бы раньше, может быть, построили тут новую баню. А теперь что? Теперь нам только косметический ремонт. И потом нас опять тоже будут материть. Скажут, жили сколько? 2 года или сколько жили? 3. 3 года прожили, скажет, ничего не сделали. А, померли. Ну ладно, давай. Только бы не обрящиться. А куда-то уходит же вода? Так она уходит. Я говорю, потом то ли, блин, с колодца накачать. Шлангов не хватит. Так. Сейчас прибавим. Отсекем все. Вот тут где-то. Стой, ты знаешь, что без... Тащи этот лоток, вон там лежит. Ну, блин. Ну, где-то вот здесь вот. Тимпоет, включу. Тут по всему гудит что-то. А чего, лоток-то? Да погоди, лоток! Ты потеряешь! Вообще не понимать нифига. А что это он? Он что-то везде гудит. Нет. Железо показывает. А, тимпоет это. Да тимпоет, железо показывает. Вот железо прыгает. Вот еще что-то есть. Потому что мы уроним сюда, и все, и потом ты не найдешь. Тут нету. Во, показывает Голд. Во. Ну там нахуй глубоко, наверное. Не лазься. Ну что-то на этот показывает. Сейчас лоток притащим. Во, вот здесь вот. Во. Блин, тут можно упасть. Во. Что-то при... Вот здесь где-то. Да там грязь надо, вот эту грязь выбирать и промывать потом. На-ка, держи аппарат. Или вот здесь еще где-то гудит, вот в яме прям. Где-то в яме, так она поди глубокая яма. Да сейчас проверим, посмотрим. Тут бы не обрящиться, что-то вот упало. Что это? Или лед это? Нет? Ничего не лед, ага. Ну посмотрим. Где упало кого? А вот. По-моему, это шпалина, что ли, отгнила. Это вот это-то? Ну? Это труба. Труба, она куда уходит? Куда-то туда. Ой, ё-моё. Точно труба. Её включить, да тут сразу катушку посадишь на такой трубе. Ладно. Принесли лоток. Сейчас будем в него сгружать, что подозрительно. А потом в лотке проверять. Вот там, сейчас сгребем. На крайний случай промоем. Еще вот в яме там что-то гудит. Но это надо ждать, когда растает. Так. Ну, пока сейчас отключимся. Что тут будет? Тимпоид включи. Тимпоид, вот. Что-то тут вот есть, в этом.
Надо промывать, но давай. Ладно, выключай вот кнопку. На, держи вот так. У меня перчатки-то грязные уже. Да. Перчатки у них грязные. Так видишь, я их умазала. Вот, видишь, что нашли? На что? Стой, погоди, ты не убирай. Проволочка какая. Да, проволочка, и гудела она. Я думал, кого он нашел, увидел. Проволочка. Вот проволочка, и гудела вот. Значит, оно у тебя там в яме. Поняла? Точно, она и гудела. Но... Все больше. Тут вот еще что-то гудит. Она может какой-нибудь этот. Ладно, выключим. Сейчас там еще попробуем. Вот здесь. Вот. Вот он. Вот. Что такое? Намочил его. Да что намочил, Катушка? Вот оно, вот здесь где-то. Надо потом подтает и отгребать. Он как гудит. На темпоиде. И здесь вот, где-то я видел. Стой. Ё-моё. Где вот? Да тут может и всякая проволока тоже может быть. Вот, что-то еще показывают. Вот. Вот здесь, вот. Короче, вот короче, в яме он у нас. Да.